На площади Ленина у Гомеля начали монтаж головной елки в области. Як и ранее, она будет штучной. Зараз собирается ее металличный каркас. Позднее на им з'явятся тысячи елочных галинок. Завершальным этапом станет упрыгоживание новогоднего древа светловой иллюминацией и оздоблениями. Святочными огнями зеленое прыгажуня зазяя у середине снежня на урочистым открытии.